Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я живу в Лондоне. Сегодня поговорим о новостях. Не знаю, как вы, но я люблю утро начинать с просмотра новостей. Что же такое интересненького произошло в Англии и за ее пределами? И вот сейчас одна из очень таких кричащих новостей в заголовках «Майк Битон, британский пилот», гражданских авиалиний, пилот British Airways. Мне очень нравится эта авиакомпания, национальная компания British Airways. Не знаю, там все время как-то все четко организовано, хорошо. Очень хорошая авиакомпания, но дорогая. Опять же, если вы удачны, если вам повезет, иногда вы можете там купить билет какой-то срочный, будет который даже дешевле, чем на более дешевой. Авиакомпания, там, Изиджет или еще какой-либо другой. Так вот, этот Майк, пилот, молодой парень, видите его на фотографии, красавец, отец одного ребенка, женатый мужчина. Чем он отличился? Полетел в долгий рейс Лондон-Йоханнесбург. И когда прилетел, я не знаю, там, по-моему, около 9 часов перелет этот, надо, если хотите, уточнить, из Лондона в Йоханнесбург, Южная Африка. И там, когда вот такие долгие перелеты, то у летчиков возможность отдохнуть. Ну, как вы знаете, если самолет летает куда-то недалеко по той же Европе, если там час-два часа лета, то они приезжают, там приземляется и у, у, у тех же Стюардес у них всего полчаса, чтобы прибрать самолет, салон самолета, убрать этот мусор быстро-быстро, там попшикать, чтобы хоть какой-то свежий запах был. И потом новая партия пассажиров заходит, все расселись, все хорошо, взлетаем, полетели дальше. То есть времени там на раскачку, где-то переспать нет. Но когда самолет летит вот в долгий рейс, как вот эти 9 часов, там, видимо, у летчиков, ну, больше возможностей у летчиков, у стюардесс, у всего экипажа отдохнуть. И вот прилетел этот самолет в Йоханнесбург, и Майк отдохнул. И отдохнул, можно сказать, на полную катушку. В общем, он пошел, видимо, уже не раз был в этом Юханнесбурге и сказал, что вот его там какие-то друзья пригласили в бар. Он говорит: я хотел вот поспать. Но подумал, ладно, пойду там выпью что-нибудь. И потом вернусь, посплю перед долгим полетом, все будет хорошо и полечу. А потом, значит, пошел в этот бар. А там, как он уже потом рассказывал, хвастался еще эти, этим да, своим приключением. Там была женщина-сольса, там была какая-то испанская красавица, и вот там какие-то местные мужчины. Сейчас, значит, его друзья, все женщины были топлес. В общем, оргия была еще та. И вот этот отец семейства там скакал, а скакал, почему накурился кокаина. Вот он употребил этот кокаинчик, ну и там и скакал, и потом в интимной связи был э, с одной из дам. А потом, значит, когда вернулся на борт самолета, он так там стюардессе и сказал, что я настолько был уставший, и, видимо, вот эти вот кокаиновые все дела дали о себе знать, что он даже не мог поднять голову. И пришел, и похвастался, и стюардессам рассказал, какую шикарную ночь он имел в Юханнесбурге. И рассказал там своим коллегам, одному там пилоту, вот. А тот перепугался, представляете, 9 часов с таким чудом лететь. И сразу, значит, сделали сообщение, ну, пилоты, стюардесс, в общем, сразу сообщили, о том, что вот такое у них случилось на борту. Рейс отменили, рейс задержали на 24 часа. И вот эта задержка рейса стоила British Airways 100 тысяч фунтов. Представляете, почему? Ну там рейс задержан, людей же надо опять же по отелям расселить. Все это большие деньги. Вот, ну и потом они полетели обратно в Лондон. И вот когда этот Майк прилетел в Лондон, в первую очередь им, ему сделали тест, проверку на наркотики. Проверка показала положительный результат. Ну и его тут, же, конечно, автоматически выкинули из компании British Airways и сразу сообщили, что для нас самое главное нашей авиакомпании это безопасность пассажиров и экипажа. Вот такой вот позорный случай с пилотом. Ну и заодно спросили его супругу, как она прокомментирует событие это. А она сказала, пожалуйста, все вопросы к моему супругу. В общем, вот так вот отрываются британские пилоты. Ну, естественно, не все вот, как говорится, в семье не без урода. А что вы думаете по этому поводу? Вообще, вот смотрите, летим в самолете, и кто у нас там, пилот, какой летчик. Вы вообще так запоминаете иногда? Вот сегодня к вам э, обращается капитан корабля, он говорит вам, какая погода или еще что-то. Вообще, вот... По поводу пилотов. Сейчас столько много говорят после пандемии. Говорят, что и там и зарплаты у них понизились, а цены на билеты увеличились, а качество обслуживания, да и вообще всех этих перелетов упало. Естественно, и опаздывают. И вот такие неприятные вещи случаются. Что вы думаете по этому поводу, пожалуйста, напишите в ваших комментариях, поставьте лайки и смотрим, что нам мир, что нам жизнь покажет в следующий раз. Всего вам доброго, спасибо за просмотры, пока-пока!